Да, добрый вечер. Слышно ли меня? Да, слышно хорошо, теперь видно и презентацию. Ну, мы можем, в принципе, наверное, подождать полминуты, чтобы на случай, если кто-то еще захочет подключиться. Хорошо. Да. Мне просто немного тормозит Zoom периодически. И я хорошо. Надеюсь, ну, тогда... проблем не возникнет. Да, будем надеяться. Все, можно, наверное, начинать. Да, добрый вечер еще раз, здравствуйте. Мне очень приятно, что вы пришли послушать мой доклад про глаголы вращения. В этом докладе я расскажу о промежуточных результатах изучения глаголов вращения в тетошлинском говоре удмуртского языка и представлю свои данные в типологическом перспективе. В визуальной репрезентации данных мне поможет семантическая карта, составленная и применяемая Кругликовой. Я думаю, первый слайд можно пропустить в очередной раз, поскольку у нас бенефис просто тетошлинского удмуртского и докладов по нему. Все уже точно поняли, что это за язык. Вот. И сразу перейдем к моей теме. Я рассматриваю глаголы вращения в рамках фреймового подхода к лексической типологии. Собственно, самой первой статьей, посвященной глаголам вращения, была работа Рахильны Прокофьевой 2004 года. Вот с тех пор эта тема и исследуется, глаголы вращения. При вращении предмет совершает многочисленные обороты по круговой траектории вокруг заданной точки, которую принято называть ориентиром, или же, оставаясь на месте, движется вокруг самого себя. На слайде у нас есть примеры глаголов вращения для русского языка. Вращаться, крутиться, вертеться, кружить, кружиться, виться, кататься, катиться. К сожалению, семантическое поле вращения не очень привлекает исследователей. Основной работой можно считать диссертацию Кругликовой на выборке из 15 языков, в том числе вот татарского и ижемского коми. Также отдельно уже был исследован горно-марийский язык, другие родственные или же ареально близкие языки, в том числе там, башкирский, да, близко расположенный, или литературный удмуртский, по понятным причинам нас привлекающие, пока не были изучены. На слайде представлена семантическая карта для ижемского коми из статьи Кругликовой и Рахильной 2010 года. Как можно увидеть, карта построена в виде дерева, и первое ветвление, я не знаю, видно ли мой курсор, но вот он есть. Первое ветвление происходит по признаку оси. Вращение по внутренней оси, оно же вращение вокруг собственной оси, отделяется от вращения по внешней оси, то есть вокруг некоторого осязаемого или невыраженного вещественного ориентира. Внутри зон параметры варьирования, в принципе, различаются. Общими можно считать количество оборотов, меньше одного оборота, больше одного оборота и их полноту. Полный оборот, неполный, сколько градусов, вот такие вот вещи. Да? Давайте подробнее посмотрим на параметры варьирования. Я сразу их разделила на актуальные и неактуальные для тетошлинского удмуртского. В первом столбике мы встречаем, собственно, внутреннюю и внешнюю ось, типы вращения, там рефлексивно-нерефлексивно, об этом я чуть позже скажу. Полный-неполный оборот, однократность-многократность, наличие-отсутствие ориентира, наличие-отсутствие опоры, расположение в одной плоскости с ориентиром, либо же над ним, наличие-отсутствие контакта с плоскостью, перемещение в пространстве при вращении и одушевленность субъекта. Не участвуют в противопоставлении лексем внутри поля скорость вращения, контролируемость, целенаправленность. Это выделяется как вот два отдельных параметра для некоторых языков. Вращение в горизонтальной и вертикальной плоскости, траектория вращения, например, круг, спираль, вихрь, одная или разная направленность оборотов, наличие отсутствия внешнего притока энергии или каузации. В тетошлинском удмуртском поле вращения представлено семью глагольными основами, среди которых выделяется один доминантный глагол, одна основа берганы. Основными параметрами, то есть параметрами, которые релевантны для большинства
глаголов можно считать вращение по внешней или внутренней оси, однократность или многократность, полнота оборотов, наличие или отсутствие контакта с плоскостью. На слайде можно увидеть вот такую общую, можно сказать, классическую классификацию ситуации вращения по внешней оси. Основной параметр здесь рефлексивное и нерефлексивное вращение. Рефлексивным вращением можно считать вращение, при котором субъект меняет форму, завивается подобно дыму, змее или, например, волосам. В этой зоне выделяется вращение вокруг вещественно выраженного ориентира и без него. Рефлексивному вращению противопоставлено, как можно догадаться, нерефлексивное, то есть это более типичная ситуация, где субъект двигается по круговой траектории. Здесь важен параметр наличия ориентира плюс вертикальная дистанция между субъектом, собственно, и ориентиром. Начнем с зоны рефлексивного вращения, определение которое дает Круглякова в своей работе. Это кольцевое или же спиралеобразное отклонение субъекта от своей прототипической формы, ножескручивание или завивание. Для Татышлинского-Удмуртского действительно оказывается актуален параметр наличия или отсутствия ориентира. В первом случае вращение выражается глаголом «бинискене». Вот он может переводиться как «свернуться». В втором примере представлены на коренной глагол вот, в той же основе. В случае, если субъект вьется сам по себе, то есть без ориентира, выражение данного значения через глагол вращения затруднительно. Важно также отметить, что размер субъекта не имеет значения. То есть если субъект слишком короткий, чтобы многократно виться, как, например, котик или еж, используется тот же самый глагол. На примере 5 видно, что котенок, который в данном случае является ориентиром, определяет выбор глагола, в отличие от примера 6, где ориентира нет, и поэтому употреблены другие лексемы. Перейдем к нерефлексивному вращению, то есть вращению более типичному, да, вокруг внешней оси. В этой зоне употребляется два глагола. Это доминантный наш глагол «бергане», и глагол «которьяськана», который мы здесь переводим как «обходить». Обнаружено, что параметр оси в данном случае, параметр наличия ориентира, извините, здесь нерелевантен, и оба глагола могут кодировать фреймы обеих групп. В примере 8 я на всякий случай поясню, все тот же глагол «которьяськана», только без детранзитивного показателя. Тем не менее, в употреблении глаголов есть небольшие различия. В частности, только глагол «бергане» описывает вращение одновременно по внутренней и внешней осям. На слайде представлены, как можно заметить, примеры с ориентиром и без него. В 10-м с ориентиром, в 9-м, соответственно, без него. У «бергане» есть и ограничения на сочетаемость. Этим глаголом, например, не описывается движение по неидеально круговой траектории. То есть то, что мы вращение можем назвать с некой долей условности. В таких фреймах употребляется второй глагол этой зоны, уже тоже нами упомянутый «которьяськана». Другие особенности употребления этого глагола включают модель управления. А именно, он может встретиться с послеложной конструкцией, да, с послелогом которты, и с аккузативом, подобно одному из глаголов ижемского коми. Однократные и неполные обороты в поле вращения по внешней оси кодируются однокоренным глаголом котортыне – «обойти». В поле вращения по внешней оси присутствует еще один глагол – «порьяне». Можно переводить как «порхать». Его встретим в фреймах, где субъект вращается без опоры, то есть в воздухе или в воде. Как мы видим по примерам, здесь тоже не влияет наличие или отсутствие ориентира. На следующем слайде мы видим вращение воды. Да, вот водоворот, воронка воды, такой, которая образуется после удаления засора.
в раковине. Да, интересно, что, по-видимому, ориентир при вращении кодируемым глаголом пурены не может располагаться выше субъекта. Да, вот как в примере 18. На слайде мы представляем схему для зоны вращения, уже адаптированную под Татышлинский, Удмуртский, под наши данные. Рефлексивное вращение вокруг ориентира представлено глаголом «бинеськаны». Нерефлексивное вращение кодируется тремя глаголами. «Берганы», «котырьяськаны», который также кодирует вращение по не строго круговой траектории. И «пурьяны» – вращение без опоры. Однократные и неполные обороты описываются глаголом «котыртыны». Вижу, спасибо. Перейдем далее к зоне внутренней оси. Типологически выделяется вращение в контакте с плоскостью, да, качение, и вращение без контакта с плоскостью. В первом случае происходит дальнейшее разделение на качение с существенным перемещением в пространстве и без него. Во втором случае, то есть в верхнем, да, важным является деление на вращение одушевленных и неодушевленных субъектов. Я предлагаю начать немножечко с другого, потому что в нашем случае картина действительно отличается от того, что мы видим типично. Да? Основное противопоставление в этой зоне – это однократные неполные обороты versus многократные полные обороты. Неполные и единичные обороты кодируются основой берык. Да, например, берык яны ворочатся, это многократные неполные обороты. Берык тыны повернуться, это однократный полный или же неполный оборот. Эта же основа используется для кодирования фреймов в зоне без контакта с плоскостью. То есть параметр неполноты для вот этой зоны важен больше, чем параметр наличия отсутствия контакта с плоскостью. Что касается полных оборотов, качение и вращение без контакта действительно противопоставлены в Татышлинском и Удмуртском. Более того, в зоне качения оказывается важен параметр перемещения при качении. В случае, если качение сопровождается перемещением, мы используем глагол «питераны» – «катиться». В ситуации качения без перемещения то, что в русском мы обозначим, может быть, как «перекатывание», глаголом вращения кодируется только вращение одушевленного субъекта. Тогда употребляется глагол «поголеськаны» – «валяться». Перекатывание неодушевленного субъекта скорее концептуализируется как колебание, может быть, и покрывается, соответственно, глаголом колебания, а именно сызъяськана. Что касается вращения по внутренней оси без контакта с плоскостью, оно кодируется только доминантным глаголом берганы. Здесь, слава богу, нет больше никаких противопоставлений. Одушевленность или скорость вращения – это тоже один из типологически вылезающих иногда параметров, они у нас здесь роли не играют. Итого, вот на слайде мы имеем схему для зоны вращения по внутренней оси для Татышлинского и Удмуртского. Первым ветвлением действительно стало деление по критерию однократности слэш неполноты. Далее мы видим разделение на качение и вращение без контакта с плоскостью. При этом внутри первой зоны, то есть зоны качения, оказываются релевантными параметры перемещения при вращении и также одушевленности субъекта. Таким образом, глаголы мы можем охарактеризовать так, как они охарактеризованы. Глагол «берганы» – доминантный глагол, то есть имеющий наиболее широкую сочетаемость. Он кодирует полные многократные обороты, обороты по внутренней оси без плотного контакта и нерефлексивное вращение по внешней оси. Глагол «берекешкана» – это неполные единичные обороты по внутренней оси. «Берег ящикана» или «берегтана» однокоренной. Глагол «бенищикана» – это рефлексивное вращение по внешней оси вокруг вещественно выраженного ориентира.
глагол котер ящкане котер тене, да, основа вот это котер, это не рефлексивное вращение по внешней оси, движение по круговой траектории. Глагол питераны – качение с перемещением, погляшкана – качение без перемещения, только для одушевленного субъекта. И глагол порьяны – это вращение по внешней оси без опоры. Наши данные мы можем наложить на семантическую карту из диссертации Кругляковой. Как можно увидеть, центральная часть карты – это ветвление. Сами же фреймы, сами контексты расположены на периферии в листьях этого дерева. Данные Татушвинского-Удмуртского, как можно заметить, не идеально ложатся на эту карту. Есть разрывы в зонах употребления некоторых глаголов. Первый из этих разрывов связан с глаголом бекрешкана, это красного цвета, обводка. Он объясняется довольно просто. Фреймы с неполными или однократными оборотами оказались на карте далеко друг от друга просто из-за принципов составления карты. Второй разрыв связан с доминантным глаголом «бергане», и его объяснить сложнее. Возможно, он связан с выбором фреймов или там, конкретных контекстов для семантической карты. Здесь я сама немножечко, конечно, затрудняюсь, да, сказать, с чем этот разрыв может быть связан. Подведем итоги. Параметры варьирования, размер системы в целом соответствуют типологическим данным. 7 глагольных основ – это, в принципе, система среднего размера. В целом семантическое поле вращения в разных языках выглядит довольно разнородно. С одной стороны, параметры вращения могут оставаться одними и теми же. С другой стороны, значения этих параметров очень разнятся по языкам. Одной общей чертой можно считать то, что доминантный глагол охватывает фреймы в зонах как внутренней, так и внешней оси. Можно также выделить еще одну общую черту. В татарчинском и удмуртском зона качения обособляется. Да, как и в большинстве исследованных языков. Про другие языки, которые были в диссертации Кругляковой, нельзя утверждать, что они не обособляют эту зону. Просто, вот как указывает сама автор, зона с недостаточной степенью подробности исследована, да, для некоторых языков. Далее мы можем обсудить типологически редкие черты, которые мы увидели в татарчинском и удмуртском. Нерелевантна вертикальная дистанция между субъектом вращения и ориентиром. Также практически нерелевантна одушевленность субъекта. В татарчинском и удмуртском этот параметр актуален только для одного глагола. Нерелевантна одноразнонаправленность движения, траектория вращения. Для рефлексивного вращения вокруг ориентира существует особый глагол. Можем попробовать обобщить имеющиеся данные для трех исследованных финно-угорских идиомов ижемского коми, горно-марийского и татарчинского удмуртского. Всего, да, вот три идиома. Это довольно мало. Общих черт тоже мало в ижемском коми и горно-марийском. Сами глагольные системы небольшие, там 3-4 основы. Однако за счет словообразования удается расширить и одновременно с этим разграничить употребление лексем. В татарчинском и удмуртском деривация минимально, на самом деле, влияет на сочетаемость. Основной параметр, который может зависеть от словообразования, это однократность, многократность оборотов. Но у нас они кодируются отдельными глаголами. Совпадающие параметры варьирования. Внешняя, внутренняя ось или контакт с плоскостью. Они релевантны и для большинства других языков, которые были рассмотрены в диссертации Кругляковой. Итак, семантическое поле вращения в татышлинском удмуртском... Извините, пожалуйста, мой голос меня предает. Состоит из 7 глагольных основ. Среди них глаголы с довольно широкой
и глаголы с довольно узкой сочетаемостью, релевантные признаки, рефлексивность вращения, наличие отсутствия выраженного ориентира, неполнота оборота, внутренняя и внешняя ось, отсутствие опоры, контакт с плоскостью, перемещение при вращении. С точки зрения лингвистической типологии система имеет некоторые особенности, но в целом вписывается в рамки наших ожиданий. Спасибо большое, что вы слушали меня этим прекрасным вечером. Я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, если они у вас возникли. Спасибо большое, Анастасия. Анастасия, давайте перейдем к обсуждению доклада. Есть ли какие-то вопросы и комментарии? У меня не вопрос, у меня маленькое дополнение. По хантыйскому языку Валентина Николаевна Соловар писала о глаголах вращения. Я не уверена, было ли опубликовано вот в последнее время, но то, что она эту тему разрабатывает, это точно. Поэтому по фамилии Соловар поищите хантыйский язык. Вращение она описывала, это точно. По-моему, вместе с управителями. Спасибо, да, это очень... Может, да, конечно, не совсем в том формате, который вы описываете, но материал все равно есть. Угу. Хорошо, спасибо большое. Обязательно посмотрю. Угу. А еще какие-то, есть ли еще какие-то вопросы или соображения, комментарии? У меня вот такой появился маленький вопрос, скорее, наверное, выходящий за рамки, собственно, доклада. Но вот вы уже в самом конце сказали о том, что по детскому удмуртскому такая сравнительно... Сейчас, что скорее играет роль лексическое разнообразие, а не деривация, в отличие от других описанных финно-угорских языков. А я хотела задать вопрос вслед вот этому наблюдению. А что с теми глаголами, которые есть? Какого они сами грамматического типа? Наверное, там есть какое-то разнообразие. Где-то был, кажется, детранзитивизация. Да? Насколько этот морфологический тип охватывает... Какие зоны охватывают, какие грамматические типы глаголов, есть ли там какая-то связь с типами субъектов, например. И интересно, конечно, было бы узнать, если эти глаголы сами являются детранзитивами, то что обозначают соответствующие каузативы. Каузативы, исходные глаголы. Да, спасибо за вопрос. Тут, конечно, если говорить... об изменениях, которые вносят в значение там, различные показатели, возникает некоторая проблема, а именно тот факт, что для татаршинского и удмуртского вот сами по себе эти показатели, они еще вот только находятся в процессе исследования. То есть пока непонятно, вот, что в общем случае значат там, отдельные суффиксы и как стоит интерпретировать... там их значение. В большинстве случаев, конечно, речь идет, опять же, да, вот о глаголах с детранзитивными суффиксами, но, ну да, каузативов, мне кажется, здесь, конечно, не будет, но есть, например... Да, да, но если, например, окружить, там, пройти, обойти вокруг чего-то, да, это будет, там может быть объект, соответственно, это, наверное, не детранзитивно. Там есть ли какое-то распределение по тому, какой может быть субъект, скажем, при таких или других глаголах, ну, то есть какого грамматического типа будут, или, ну, какие-то семантические, есть ли какие-то семантические зоны, которые, например, покрываются именно детранзитивными глаголами, а не, как бы исходными, основными, да, глаголами без показателей. Да, ну вот, кстати, с этим глаголом получилось довольно любопытно, потому что, как ни странно, мне абсолютно спокойно разрешали, мне даже давали сочетание, где есть аккузатив и детранзитивный глагол. Я сама об этом как-то задумалась, когда начала обрабатывать данные, потому что, да, вот в поле... у меня не возникло никаких сомнений, потом я начала на это смотреть. Действительно, это, мне кажется, нетривиально, но при этом это конструкция, которая абсолютно спокойно признается носителями, то есть она у меня есть в большом количестве примеров, мне многие люди ее дают, и вот,
многие люди ее принимают. А так, конечно, большинство глаголов в этом поле, они детранзитивные. Вот я когда работала с глаголами колебания, там тоже была аналогичная ситуация, большинство глаголов детранзитивы, вот с которыми работаешь. Понятно, спасибо большое. Еще, если появились какие-то за это время появились ли какие-то вопросы или соображения? Угу. Я вижу в зале, но не вижу кто. Да. Это тоже не вопрос, это скорее. Ближе подойдите. Слышно. Хорошо. Это не вопрос, это просто такое наблюдение, что мне кажется, это очень большое везение, что ли, что вот у вас в малом языке получилось такое богатое поле, потому что сколько я или мои знакомые не занимались лексической типологией в малых языках, почему-то там никогда не было много противопоставлений, много лексем. Видимо, это как-то связано с утратой языка, забыванием лексики. Вот. А может быть, это... То есть, может быть, у вас такое поле, а может быть, у вас такой язык. Ну, это здорово. Да, спасибо большое. Приезжайте к нам. В прошлом году я работала с глаголами колебания, там их было 11, так что... И ничего вообще не было понятно. Поэтому тут... Конечно, в малых языках тоже есть что поисследовать, поверить. Да, но у нас интересная лингвистическая типология, это правда. Да, действительно, я, в принципе, согласна, что, ну, что это нужно, что нужно так покопать, чтобы найти такое разнообразие лексики для одного сравнительно узкого поля, наверное, не знаю. Угу. Так, есть ли еще какие-то комментарии или соображения? Ну, видимо, нет. Да. Хорошо, спасибо большое тогда еще раз. Да, наверное, просто это такое довольно интенсивное получилось, насыщенное заседание, но я надеюсь, что всех еще есть силы послушать еще один и обсудить еще один доклад. Спасибо тогда, давайте, наверное... Спасибо. Спасибо большое. Угу.